Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители животных. Мы вновь с вами встречаемся в студии, и я отвечаю на те вопросы, которые поступили от вас. Сиамской кошке 17 лет. Хорошо себя чувствует, ест с аппетитом. Привита, стерилизована, котят не имела. А в последнее время начала внезапно и громко мяукать. Могут ли это быть у нее возрастные признаки? Я скажу так, что с возрастом, конечно, в организме происходят изменения. Никто с возрастом моложе не становится. Поэтому могут быть признаки, которые вы сказали, это изменения в мочеполовой системе. Следовательно, вам нужно показать врачу, желательно с собой взять свежий анализ мочи. При обследовании это все будет установлено. Ну и при непосредственном приеме, естественно, врач прощупает животного, определится, откуда появляется боль и есть ли боль при пальпации. Ну и, соответственно, порекомендую то, что нужно сделать. Конечно, в 17 лет можно и прооперировать, но сколько оно после этого проживет, сказать сложно. Вас это будет интересовать, естественно, но ни один врач не скажет, сколько оно еще может прожить. Но улучшить ее состояние возможно. До свидания, уважаемые любители животных. Я ответил на те вопросы, которые поступили от вас. Надеюсь, что они вам принесут необходимую информацию. Обращайтесь к нам по тому номеру телефона, который видите на экране своего телевизора. Ваш питомец не играет, плохо ест и у него горячий нос? Врачи клиники доктора Калинина помогут ему в день обращения. Хирургические операции и терапия, диагностика и консультации. Вызов врача на дом. Более 25 лет помогаем вам и вашим питомцам. Наш адрес: город Челябинск, улица Гагарина, 2. Телефон 230 29 30.